Привет! Я приветствую тебя на канале Подтекст, с вами Квен. Продолжаем проходить Final Fantasy X. Мы в прошлой серии опять же гриндили, проходили. Сейчас мы попытаемся сразиться с Сином. Мы объединили с Альбет. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Я немножко, кстати, подстригся. Все-таки решил немного по погоде. Слишком жарко, почему бы и нет. I know, but an order's an order. To your post, Crusader. But, sir! Маленький ребенок, блин, ты еще ран для того, чтобы воевать. Хотя... Тут много людей кровь проливают. Ладно, давайте поговорим с ним. Вдруг он нам что-нибудь даст стоящее. They let you through, huh? Конечно, нас пропустили. Ката deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Как разозлить Ваку? Просто начни говорить про мальчины Альбет. Мне интересно, что будет, если Бака узнает, что я сержу за персональным компьютером? Это ведь машина. Не, ну это будет просто взлом в четвертой стены. I'm sorry. Walker! Самое смешное, что Тидус слабее значительно Ваки. When we used to play Blitz together, Chapu used to say, he said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me, but keeping Sin far away from her is better. Lu, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. Значит, у Ваки и у Лулу много чего общего. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Да. Lots, lots more. Suluzu, please, please don't go. I have to, Yuna. Ну это же бесполезно. Ну типа вы идете в мясорубку смерти. Типа по факту нужно вот нам вот как раз проходить вот этот вот путь паломничества, так сказать. И добиваться того, что мы прошли до финального Эйона и победили его. Типа, а чем они занимаются? Его убить без призыва Юна? Для чего? Угу. Мне интересно, а как будет Альбет? О, господи, Вака чувствует, сидя в лифте Альбет. А не, мы просто сами поднимемся, они там чисто так. За кадром.
О, сейчас начнется. Тут не хватает в облаках, короче, черной метки Волан-де-Морта. Было бы смешно, он бы пнул бы, пушка выстрелила. He really hates them, huh? Чапу. He left the sword Waka gave him in Besaid. And he fought with an Albed Machina weapon instead. А оружие Альбед не помогло. That's got nothing to do with it. I just hate these sacrilegious contraptions. Да не ври. Типа, они его не спасли, это оружие. Но тут винить надо не Альбет. Так, поговори со мной. Так, Упуду одним истец. А, наверное, У это ты. Ты... Уду. Я не знаю, как Уду. Ты был, наверное, ты был одним из тех, кто покончит с сыном. Не знаю. Вы, если знаете полный алфавит Альбет, можете меня просветить, что он имел в виду. Только Син появился из моря, мы откроем огонь. Наши выстрелы должны оглушить этого гада до тех пор, пока машина Альбет его не прикончит. У меня очень плохие прогнозы для тебя. Пушка сошла с лафета, как только мы сделали пробный выстрел. Видимо, пороховой заряд был слишком велик. Господи, у меня мозг читает быстрее, чем я говорю. И язык, рот не успевает услеживать за себя тем, что я хочу сказать. Кстати, ни одной случайной битвы не было. Я, конечно, там за кадром успел там немножко прогриндить, прокачаться. Я не думаю, что это поможет, но... Но если мне игра покажет, что я буду лажать... то в случае чего буду и дальше также за кадром проходить. Ничего там, ножичком спинку почесали монстру. О, видать, он идет. It won't work anyway. Don't say that. It might be a hopeless campaign, and it might mean defying Yevon, but the Crusaders and the Albed, they're doing their best to defeat Sin. They want to rid Spira of Sin forever, and that's just what we want too, isn't it? Isn't it? All right. But I still think Mackinac bad news. Знаете, мне какая мысль в голову пришла? А если будет дождь? Вода будет, интересно, заполняться в штанах у Ваки? Не, ну серьезно, нахрена такую одежку брать? Она же реально, она у него будет как ковш с водой. Это причем у всех как персонажей. Видать, говорит одно и то же. Ну, наверное, для того, чтобы вдохновить солдат. Капитан повторяет одно и то же слово снова и снова. И мне от этого начинаю сильно нервничать, видать. Как бы так. О, и ребенок тут. Интересно, это ребенок или полурослик? Давай, размахнись как мужик. Ты хочешь отомстить за свою сестру или нет? Я побью Сина, я побью его. Я побью, несмотря ни на что. Стоп. Того парниху, который лет 16, то есть, не взяли. А вот этот просто махает мечом, причем его пустили. Че за хрень? О, торговец Уака! Посмотрим, что ты нам преподнешь. Года же не подадут.
Давайте посмотрим оружие. Так, Мститель. Технический нокаут. Огненный удар и действие немоты. Так, ну это действует как пассивное умение, но действие способности, действие окаменения. Этот мячик. Ну-ка, посмотрим, что еще есть. И тут есть защита на так наруч разума. Защита от путаницы. Мне нужна защита от окаменения. Давайте возьмем мяч технический, да, и его экипируем. Так, это, по-моему, будет самый полезный. Так, и посмотрим... Нет. Ну ладно, так уж и быть. Мы сохранимся. В случае непредвиденных ситуаций. Я сохранился на всякий. Of course not. I came here to fight Sin. А ты действительно этого хочешь? If you want to prove yourself, huh? First, you must complete the tasks you are given. Just doing what they say. Ты прав, тебе нужно быть на передовой. Охрана командного центра тоже важное задание. И я тоже так считаю. You'd think the same if you were me. Че, все не так уж и плохо. О, привет. Ты мальчик или ты дядя? Или ты очень толстый мальчик? I had heard from Seymour, but I didn't know if we'd actually meet. Good to see you, Oren. 10 years, is it? Голос вроде мужской, хотя внешне... That's when Kinnok, one of the four maesters of Yevon. He leads the warrior monks, and also commands the crusaders. All troops ready to move at your command, sir. Я думал, монахи должны быть худые. Dismissed. Типа пьют воду. Tell me, Oren, where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Kinnok? Lord Kinnok. Oh, yes. Proceed. That Kinnok a maester? I heard that, Oren. Мне не совсем понятно, кто такой маэстер. Маэстер — это что ли, типа... What were you doing and where? Типа депутата, что ли, у нас? Типа в городе или как? I still am. Или губернатора? Спира не настолько это большой, ну, как бы, клочок земли, что ли. То есть там, по факту, Спира — это мир. Think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Elbed waiting outside to begin the operation at once. The fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Пока что никакого экшона. Уже, наверное, больше 5-10 минут прошло, и мы так и не увидели ни битву, ничего. Давайте поговорим с Юной. Не-не-не-не-не. Рановато. Мега-зелье-то полезно. Там, надеюсь, будет эликсир. Напустник покоя, кстати. Что он дает? Так, дает защиты от ярости. Нет. Ну, хотя, если на что-то ярости влияет, ну, в случае чего можете подсказать механику игры, что ярость нам дает. Давай с Ораном поговорим. К Юни. Но мы подойдем к Лу. Anything could happen. Make sure you're ready. I'm a little nervous. Стоп. Куда нам тогда надо идти? Ладно. У нас есть древняя машина. Операция против Макина. Макина, сука. Макина — это перевод как машина. Древние машины. Операция пройдет успешно. Наша машина докажет, что учение Евана не единственный верный путь. Мы понимаем язык Альбет.
Вы же понимаете, что это значит? А что этот значок показывает? Типа мы не туда пошли? Пока. With them here, it's like Yevon author... А так что у нас с Кимари? Ну, Кимари-то вроде говорить умеет, он просто с нами. Он нас игнорит. I'm a little nerve. Так, ребята, я запутался. Куда нам надо? А призыватель, я доложу об этом позже. S это Z, значит. А, я, кажется, понял. А, нет, не понял. Куда это она бежит? Типа, вы хотите сказать, что мы не готовы к битве, что ли? Мститель на рукав никуда. Мы, в принципе, купили все, что нужно. Ладно, я на всякий случай еще раз сохранюсь. Или нам предлагают пожрать. Перед смертью. Посидеть на троне. Не знаю, куда, чё... Being a maester has its privileges. I can just sit here and... Давайте с Сеймуром поговорим. Он такой... Are you ready? Еще нет. Please hurry. Подожди. Нет. Please hurry. А если мы пройдем мимо моста? А, нет. То есть нам даже не дадут поговорить с Сеймуром. Ну, хорошо, мы готовы. Мистер Кинок, please. Will sin come? Sin always returns for its spawn. To make sure we're going to encourage them to call out to it. То есть мы используем вот эти отродья сина в качестве приманки. It'll come. I remembered Orin telling me. Sin is my old man. Sin is Jekt. Сяду вот поровнее. Да, они мучают его. И Син это чувствует. Ощущение, будто у меня голову неровно вырезать. Но это точно не Син. Я, если честно, даже не знаю, как его побеждать. Давайте задерживающий удар. Он прячется так. Those arms are in the way. Нам нужна Юна и ее способность антигром. Давайте попробуем. Shield of the Thunder's Bait. Как она говорит. Щит от удара молнии. Так. Навык. Разрушитель магии. Ну давайте. Правую руку. Точнее левую. Иммунитет большой. Уя, блять. Давайте лечение. Мне кажется, нужен ваг, чтобы его ослепить. Подозрительно шевелится. Да. Давайте вакуум. Кстати, вакуум редкой атаки. Он на все может. Давайте попробуем. Да. 2. Отлично. Все должно быть по максимуму.
Мы специально окаменение, надеюсь, оно сработает. Видели, как он волчок использовал? О, мы руку победили одну. Ну, значит, мы попали. А, но плохо Тидус. Давайте поменяем на Юну и подхиляем ее. Вот, кстати, Кимари тоже может пригодиться для второй руки. Гнев Ронса. Давайте огненное дыхание. Сработает? Нет. А, точно, Thunderous Bolt. Хорошо, что не отравили. Эйна, мы будем прессовать в самую последнюю очередь, я думаю. Юна изучает режим овердрайва лекарь. Это, кстати, полезно. Так, шевелится голова, значит, надо... Лулу, давайте Лулу. И ее магию. Черная магия. А давайте попробуем лед. Охлади свой мозг. Во. Так, так. Давайте попробуем ослепляющий удар. Неони иммуна. Жаль. Давайте также Орона. Разрушитель Сибирь. Ну, до головы он не достанет. Блять, я в руку хотел. Охуенно. Давайте попробуем безмолвие. Типа, помолчи. Ты же заклинание не умеешь? Нет, у него тоже иммун. Но против него хорошо идет лед. Я надеюсь, снова в ваку не попаду. Оверкил. Отлично. Так, ваки совсем плохо. Так. Навык. Ослепляющий удар. Давайте попробуем еще раз. Это не мой телефон, сразу говорю. И самое смешное, что у меня в двух местах звонит телефон. О, блестяще. Так, Юна. Ты. Давай, лечение. Ваки. Ну, Юна, прости, прибереги Майю. Хотя не. Юну так и оставить надо. Точнее, Лулу. Давай, магию льда. Хорошо, магия льда получается. Тощ, во, мы все-таки не зря воспользовались. Давай еще раз. Антигром. Я помню, раньше вообще вот этими умениями не пользовался, которые Юна есть. То есть я действовал чисто на обум. Давайте вытягивание умений. Был. И еще раз лед. Вот, кстати, за Юну можно поменяться Тидусом. Остался последний. Так. Давай, Тидус. Ты все можешь. Во, и у него и урон неплохой идет. Руки восстановились, блин. Главное, чтобы голова не... Прикиньте, если это все будет очень долго. Атака.
так слабо. Не, тут магия льда поможет, чтобы решить его руку. И сейчас конкретно бить его по голове не стоит. Давайте задерживающий удар. Так слабо. Вроде Гуи, навык усыпляющий, атака безмолвия. Давайте атака безмолвия. Закрой свою пасть. Слабо. Ладно, воспользуемся магией льда. Все. Твоя защита открыта. Блин, нужна эта Юна. Прости, Вака, но сейчас нам нужна ты. Жаль, нельзя лечить всех. Там, помню, есть умение такое, которое позволяет лечить всех. Навык умения, так. Давайте задерживающий удар. Не работает. Давайте еще раз лед. А, мы молнией воспользуемся. Ну да ладно. Оуч. Ну, у нас есть жизнь. Слава богу, мы ею воспользуемся. Не-не-не. Навык. Давайте просто атакуем. Другое дело. А, помолимся? Нет, мы воспользуемся белой магией. Лечение Тирус. Надо Кимари воспользовать. Надо реально Кимари воздействовать. Тем более и Орен, и Орен. Давайте сменим тактику. Давай. Да, тут надо реально Кимари. Не-не, Лансет. Мы, кстати, нам можем на него Лансет попробовать применить. Нет, он никакого навыка не выучил. То есть, не стоит. Надо сначала победить его руки, а потом уже атаковать его самого. Давай вторую. Ну блин. Вот сейчас надо желательно поменяться на Ю. Так, вот как раз идеально. Белая магия, лечение. Давайте сначала Кимари. Кимари важнее. Вот как раз Тидус неплохо наносит удар по этому чудищу. Ладно, посмотрю, как Орен. Не, Ифрита я призывать пока не... Хотя, знаете... Давайте попробуем. Может, реально там надо будет... А вот сейчас... Мне очень вовремя звонят. Посмотрим, что можно использовать. Можно попробовать использовать лед. А, у него всего 72... Так, стоп, он хиляется? Или это у него только на голову столько идет?
хера себе мне придется. Блин, Дэми выкачивает. Дэми это выкачивание. Да, я сейчас проверю. Лед. Вроде нет. Давайте попробуем щит. Теперь ускоритель. Щит. Странно. Блять, отзывай его нахрен. Вот толку никакого совсем. Но очень долго, я так понял. Битва с боссом. Рубака. Полезное умение. По-моему, дает повышение шкалы овердрайва. Как раз когда ты атакуешь. Давайте воспользуемся эликсиром. Предмет. Такое интересно, восстанавливает одному персонажу, а если не все? О, давайте так. Мега зелье. Перечислим. Как раз ее льда магии хватает для того, чтобы его добить. Но ее же нужно использовать для того, чтобы добить вот эту вот среднюю тварь. Ее мощи хватает вполне. Давайте Тидуса. Слабо. Кимари. Че, попробуем еще раз? Лансет, нет. Воин. Давай еще раз лед. Сейчас снова будут руки восстановить. Не. Такой тактикой. Блять. То есть по факту нужно брать силовых персонажей для того, чтобы побеждать клешни руки, а магию исключительно для того, чтобы центр вбивать. Мари, отдохни немножко, Юна, помоги Лулу. Ну сейчас попробуй Кимари. Вообще слишком далеко ему бежать до этой участка. О, нифига себе. А чем отличается великий призыв от просто призыва? Ладно, давайте попробуем. Скорее всего, он просто сразу заполненный шкалой овердрайва.
позволяет нам атаковать. Да, так и есть. Ну давайте, энерголуч. О-о-о-о. Другое дело. Мы прям завершили очень хорошо. Ну, если только вершина айсберга. Нас сейчас должен ждать Син. Хера себе, у него магическая защита, или что это? Он выглядит как замок Александра из Final Fantasy 9. Снял защиту, видать. А, не, наоборот, я нужен. Хера себе. Что-то мне кажется, зря вообще это все это затеяли. Stand back, Lady Yuna. Yes. Мы будем играть за Сейнора? Сейчас посмотрим заодно, насколько прокачит Сейнор. Хера себе у него жизни, блять. Черная магия. Но он не настолько прокачан. Обучение 10. Давай, Юна. Узнаем заодно, сколько у Юны жизни. У Юны больше здоровья, чем у Сеймура. Хуёво ты прокачался, однако. 6, ёж. Ну, давайте призовем Верифор. Хотя стоп, нет. Плохая идея. Да. Чтобы избежать атаки, так бейте по голове, чтобы избежать атаки от травм. Давайте. О, кстати, если мы увернемся, нас тоже получается собрать шкалу овердрайва. А это хорошо. Давай еще раз. Все, голова умерла, да? Черная магия. Ну давай, лед. Саундтрек вообще прикольный. Мне кажется, один удар мы не вышли. Все.
Хотя если мы увернемся, а у меня есть шанс, что мы увернемся. Нет, это нет, нет. А, выживем. Отлично. Этого удара должно хватить. Мы его отзовем еще. И еще на будущее сохранится. Чуть-чуть. Так, все, отзывай его. Мне кажется, что вот если мы сражаемся с Эйоном и выживаем, то его можно на будущее прокачать. Потому что он реально очень слабый Эйон. Сеймур, давайте посмотрим его, где давай черная магия. Лед. А мы не можем, кстати, переключиться на Лулу или других персонажей. Нас прям привязывают к ним. Ну ладно. Давайте. Давайте антигром. Это ни на что не влияет существенно. Мне кажется, надо Сеймура использовать призыв. А почему у него призыва нет? Серьезно? Он же вроде бы мог аниму призывать. Существо вот это вот, которое мученик. А давайте посмотрим, как он в ближнем бою. Хе-хе-хе. Ну давай. Не, мы призовем Ифрита. Все-таки он тоже важен. Немного даже ускоримся. Черная магия, нет, удар. Еще белая магия есть. Антиогонь. Телет. Но огонь нам действует. В принципе, нам похер. Давайте удар метеора. Не очень хорошая дальняя атака. Давай еще. Да и ближний удар у него тоже неплохой. Ну давайте еще один. Все, мы восполнили шкалу. У нас, кстати, от удара повышается. Давайте овердрайв, а от себя будем. Я отзовем его, пожалуй. Все, добили. Я ждал от Сеймура больше. Что он призовет хотя бы существо какое-нибудь. Хуя, блять, у Сеймура опыта. Мы же даже его не прокачиваем. Мы получили 6 ключей сфер первого уровня. 6 ключей! Пробьешь щит.
О, а вот это на превьюшечку можно. Да Волан-де-Морта надо с его гузиной палочкой. Иметь мощности Альбет не хватило на то, чтобы щит пробить. Я в ахере. Кстати, думал, как-то отреагирует на то, что куча людей погибло. Покойся с миром. Тело еще теплое, но жизнь покинула его тело. А, глаза безжизненно смотрят на небо. Уже не дышит. Быстрая безболезненная смерть. Но кто-то же должен остаться в живых. What's going on? Why? What? What's going on? А пошел бы на передовую, тебя бы убил Син. Так что вывод, думай головой, прежде чем лезть в самое пекло. Don't you run away from me! Ну что, ты полезешь к нему вплавь? You won't hurt it. Your powers are still too weak. But I must do something. You can't. No idea what I was thinking when I ran after Sin that day. Before I knew what I was doing, there I was, chasing him down like a thief at market. Maybe I was angry. Maybe I wanted to go home. I kept thinking of Xanarkand and my old man. А я помню это место. Я реально помню это место. Я еще в самом конце, помню, на этом месте загнулся даже с бустерами, чтобы вы понимали. Я, правда, не понимаю, что это за место пока что. Потому что я игру давно проходил, аж в 21 году. Привет, Осман Садлер. It begins now, сейчас скажи.
Нет, не скажу, нет. И сейчас меч в меня, да? Ага. What? They say you don't practice anymore. That you're gonna retire. Let them talk. I'm still the best. They say you're no good because you drink all the time. I can quit drinking whenever I want. Then do it now. What did you say? Можем играть за него? You just... Tomorrow, maybe. Why not today? Why do today what you can leave for tomorrow? There he goes again, crying. Вот это экспириенс. Я не знал, что можно за мальчика играть. Я просто случайно по клаве там нажимал. Somewhere. Or maybe it was just Sin's toxin playing tricks on my mind. Мне кажется, тебе вряд ли синтоксин. Sin's toxin. Я не думаю, что влияет ли на него яд токсина. Яд, how many died today? People die and Yuna dances. When will she stop dancing? When will it stop? Я так понимаю, когда она прекратит танцевать, Макарена. Not until Sin is gone. И музычка такая драйвовая. My thoughts then. I think. Нет, Сина, нет, I see you're still here. Huh? Many stories ended here today. But yours goes on, I see. What? Ну, было бы смешно, типа, ты умер такой, типа... Ну, Sin had come and gone, бывает. But I remained here. Может быть, он просто не хотел, чтобы ты умер. Хотя он слишком... Так, давай посмотрим, что говорит Лулу. You were in contact with Sin again. The toxin. Are you okay? Спасибо, что ты интересуешься моим состоянием здоровья. Пожалуй, мы на этом завершим серию. В общем, твое желание, ты можешь поставить лайк, написать что-нибудь в комментарии, подписаться на наш канал, посмотреть другие прохождения игр, Резидента, Бэтмена, Диабло 4, посмотреть прохождение Роберта, он там сейчас, насколько помню, проходит про кота Баюна, я не помню как точно, но уверен, вам понравится. Также у нас Максим проходит Атомные сердца. Так что глянь его прохождение, посмотри и передавай всем привет. Детективу и Ашеру. Так что до скорой серии, ребята. Всем пока.